Приветствую на канале Никлайк, с вами Николай, и сегодня у нас радиотапок с кавером на Сабатон The Last Stand. Давно, кстати, у радиотапка не было Сабатона, так что давайте послушаем. Перед этим я слушал, перед реакцией именно Сабатона оригинал, вот, в этой песне поется о событии в 1527 году, когда разграбили город священный, вот, и Сабатон очень много исторических событий про войну, про войны любых исторических годов и важных событий поют. Так вот, что хочу сказать перед просмотром. Перед просмотром хочу вас попросить подписаться на мой второй канал, который появился, где я стримлю ретро-игры. Так что у кого были приставки и старые компьютерные игры, и хочется поностальгировать и посмотреть, как нуб проходит их, добро пожаловать. Внизу ссылка в описании, и вот здесь вот вылезет, скорее всего, ссылочка на канал. А так, Никлайк ретро. Так что добро пожаловать, проходите, там стримчики по ретро-играм, кому нравится. Давайте послушаем, как радиотапок спел, и понравится, не понравится, потому что оригинал я прослушал. Кстати, я сейчас прочту, что тут написано. В 1527 году армия императора Испании и Священной Римской империи Карла V вышла из-под контроля и направилась в Рим. Имперская казна была пуста, наемникам было нечего платить, и они решили разграбить священный город. Понимаю. В комнате жарко. Круто. Мне нравится, как радиотапок это все исполняет. Круто звучит его голос с этой музыкой, с этой песней и с этим кавером. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Круто. Круто. Радио Тапок молодец. Как всегда на уровне. Всем, с вами Радио Тапок. Не забудь подписаться на мой канал и мой инстаграм. Мы подписаны. А загляни в мой магазин фирменного мерча Радио Тапок, который придется по душе каждому Оскару. Ну и увидимся на концертах. Пока. Я бы сходил, если честно, на его концерт, но не получится. Не получается. У нас в городе его, скорее всего, не будет, а ехать в Краснодар, куда он может приехать или куда-то еще, просто нет времени. Что скажу по каверу? Кавер круто сделан. Честно, Сабатон оригинал мне больше понравился, но оригинал он и есть оригинал. Ну, Радио Тапок тоже очень хорошо постарался с музыкой, с голосом. У него голос крутой. Вот, его бы, ему бы свои песни писать и петь. Рок, как говорится, жив. Что еще хочу сказать? Вставочки, фильм. Блин, я фильм забыл, как называется. Очень хороший фильм, который поставил Радио Тапок. Вставки в кавере. Напишите в комментариях, как фильм называется. Очень хороший фильм, но вертится у меня в голове, но я его не помню. Простите меня, потому что этот фильм легендарный. Вот. Там как раз показывают события о священном городе, где он переходил от одним к другим. Вот. И это столько там было убито людей, что это жестко и жестоко. Из-за одного города. Вот так вот. Да, эти крестовые походы еще были, это жестко было. Что хочу сказать? Подпишитесь, поставьте лайк, если вам понравилось. Не понравилось, напишите в комментариях, что не понравилось, чтобы я понимал, из-за чего не понравилось. И не забывайте приходить ко мне на канал и смотреть на реакции. И еще на ретро-канал, да. Не забудьте зайти, в описании внизу будет. Всем пока, до скорого, все на уровне, все прекрасно и круто. Пока-пока.